Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. С вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Мое видео носит только информационный характер. Сегодняшнее видео, друзья, по боксу без вложений, многострадальному АДС Триксир. Очень много жалоб на этот бокс. То он платит, то он не платит. В общем, ничего не понять. Решила я записать это видео. Буду делать вывод в режиме онлайн. Значит, и давайте приступим. Я работаю, у меня ни одного дня я не пропускала. У меня все рекламки просмотрены. Бонус AD Point. Все у меня просмотрено. Значит, нажимаю кэшот. У меня на балансе $11. Вот мой вывод весь. Все выплачено многострадально, так сказать. Вот на эти поинты я вообще внимания не обращаю. Мне они по барабану. Меня интересуют реальные деньги. Вот они. Так. Сейчас я пропишу, заполню все, ну, все строчечки. Сюда впишу сумму. Так. Сюда номер телефона, выберу платежную систему и нажму вот на эту длинную зеленую вкладочку. Поставлю пока на паузу. На вывод ставим ровную сумму. Значит, все я поставила. Смотрите, 25 сентября, Pair, $11 в пединге. Вот они. Так. Далее, что я, друзья, делаю? Смотрите. Делаю я скриншот. Сейчас. Так, я делаю скриншот вот этой записи. Так, сохраняю. Если видео затянется, я премного извиняюсь. Потому что по-другому, но никак. Делайте, как я. А вось и заплатит. Значит, вставляю сюда ADS Триксир. Мой вывод 25.09. Так, рабочий стол сохранить. Все. Я сделала скриншот. Далее, что буду делать дальше я? Значит, иду на группу Facebook. Так, смотрите. ADS Триксир. Значит, что здесь произошло? Эта группа заархивирована. Администратор заархивировал эту группу 21 сентября. Вы не можете создать публикации, ставить «нравится», оставлять комментарии или добавлять новых участников. Но я могу по-прежнему просматривать как бы публикации, да? Ну да ладно. Возможно, у меня такое, это лично мое предположение, что он заархивировал ее, потому что здесь, видите, идет спам всевозможных сторонних проектов. А это вот моя публикация. Вот. А вот мой предыдущий 17 сентября. Я оставила точно так же. Скриншот делала, как бы, сюда. И вот мне ответил администратор. Вот это вот. Вот недавно был в сети. Ну да ладно, я не могу сделать. Я сделаю по-другому. У них же есть еще одна группа. Вот она. А здесь все нормально. Здесь спама нет. Сейчас я попробую сделать сюда. Так, фото. Создайте публикацию. Сейчас я сюда... А, нет, нет, не так я делаю. Ну ладно. Немножечко я не так. Сейчас поставлю рабочий стол. Так. Сюда я иду, мне надо английский язык. Я приготовила надпись, как бы. Я сделала вывод средств 25.09. Ожидать. Так, теперь куда я иду? Сюда. Значит, теперь фото. Так, где мой? Так, где мой скриншот? Ага, вот он, скриншот мой. Открываю. Я могу поспорить, что он куда-то улетит. Он сюда не появится здесь.
Так, вставляю надпись, нажимаю публиковать. Давай публикуйся. А вот опубликовала. Поставлю нравится. Так, я сюда опубликовала. Так, далее что? Последняя запись. Комментарии. Я ж баба дурная. Вложить фото или видео. Сейчас я еще сюда поставлю скриншот. Вот он 25.09. Так. Так, комментарий. Вставляю. Публикую. Так. Вот мой скриншот. И вот он. Моя публикация. Вот она. Так. Далее я еще сделаю вот сюда. Вот видите, отправить сообщение. Так, это я им тут тоже писала. Так, отправить сообщение. И сюда. Сейчас мы тирин ставим. И отправить. Все, друзья. Ой, я не могу, и смех, и грех с этим проектом. Вот честное слово. Буду ждать. Теперь вывод. Придет или не придет, друзья, я не знаю. Буду надеяться на лучшее. У кого есть что ставить на вывод, ставьте на вывод и делайте, как я. Вот. Когда администратор ответит, или как, или что. В общем, ну, будем надеяться на лучшее. Заплатит, буду работать. Ну, не заплатит, значит, уже... Значит, что по поводу вывода? Значит, кэшот, вывод. Я предыдущий вывод тоже так делала. Значит, я ставила 16 сентября, а вывод не пришел. Через 17-го, 18-го, то ли 18-го, то ли 19-го. В общем, через 2 дня. Ну, посмотрим, как в этот раз будет. Если, ну, заплатит или не заплатит, друзья, я по-любому сделаю видеообзор. Стоит нам здесь работать или как. Ну, вот такой вот проект. Я, честно сказать, я его не понимаю. Я впервые, вот сколько я работаю, это я впервые делаю публикации и здесь, и здесь, и здесь, везде, чтобы мне заплатили мои честно заработанные деньги. Ну, такая здесь вот система вывода работает. Вот делайте, как я, но будем надеяться на лучшее. Буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч!